После отгремевшей на весь интернет трагичной истории расставания Ольги Бузовой и ее супруга, футболиста Дмитрия Тарасова, ведущая телестройки на некоторое время пропала из объективов фото и видеокамер. Но уже несколько дней кряду Ольга Бузова активно дает о себе знать. Сначала устраивает откровенные танцы в прозрачной рубашке, затем отпускает недвусмысленные комментарии относительно измен мужа, презентует собственную песню на радио и кардинально меняет имидж. Начиная от того, во сколько ты должна выйти замуж, заканчивая тем, во сколько ты должна родить и какой цвет должна носить. Должна. Все, нет. Будущее за теми, кто эти стереотипы рушит. Зачем она это сделала? Как думаете? Почему вы у нас это спрашиваете? Ну вот друзья, Саша, так точно. Рассказывай. Я не знаю, девушкам свойственно перекрашиваться. Ну да, менять имидж, вы же это любите. Среди 7 миллионов подписчиков Бузовой в Инстаграм нашлись и те, кто уверяет, экс-блондинка манипулирует аудиторией, а расставание и смена имиджа – пиар новой песни. Я думаю, что она в принципе бы до такого даже не додумалась. То есть она настолько искренняя и солнечная девушка, что такие вот грязные какие-то левые мысли ей бы даже в голову не пришли там замутить всю эту историю только ради того, чтобы пропиарить свою песню. 100%. Да и мы надеемся, что Оля не такая. Даже актриса Марина Федункив, одной из забав которой было глумиться над блондинкой Бузовой и перевоплощаться в персонаж Музова, сегодня на стороне Оли. Я понимаю масштаб бедствия, правда, как женщина. Естественно, я ее не имела в виду, действительно. А то, что у нее произошло, ну, как женщина, я скажу, козел. Поклонники надеются, что вслед за подругой Ксенией Бородиной семейный пыл умерит и Бузова. Многим кажется, что Ольге пора остановиться. Рейтинги их звездной пары в последнее время просто зашкаливают.